Август для дачников – один из самых насыщенных месяцев. Огородный сезон подходит к концу, а значит, нужно завершить все работы до начала холодов. Например, собрать урожай и представить свои достижения на выставке в Березовой роще. У меня на огороде есть все. Вот абсолютно все удалось. Даже не сказать, что что-то не выросло. Большая, огромная капуста, хорошая тыква красивая. Вот вообще все. Кукуруза у нас, хороший урожай. Я таких первый раз вижу. Этот патиссон белоплодный. Видите, какой он красивый. Со всех сторон очень гофрированный. Это вот трюфель. Вот это самые вкусные сорта. На трехлитровую банку укладываете помидоры плотно. Специи, какие хотите по желанию. 2 столовые ложки, ну, с небольшой горочкой. Насыпаете, заливаете из-под крана воды и закрываете и в погреб ставите. Вот это сколько? Такая 150. За 100 можно, но позже, зимой. Мы сами выращиваем, сами являемся производителями и, конечно, коллекционерами. В нашем питомнике насчитывается около 300 сортов герани. Они и плющелистные есть, королевские, зональные, очень много разных. Также у нас большая коллекция, видите, колеусов. В этой палатке представлены более 80 видов колеуса. Это растение родом из Африки. Как говорят специалисты, один из самых таких трендовых видов – это аватар. Только посмотрите, как играет палитра цветов. Здесь и бордовые, и зеленые, желтые оттенки. Такое растение, причем неприхотливо, и может развиваться и расти под солнечными лучами. Интересный сорт, который хорошо идет в композиционных решение. Цитрусовый цвет, он будет замечательно сочетаться с темными цветами. Клематис от 600 до 800 рублей, а гортензия от 400 до 1500. Насколько сложно ухаживать и вообще выращивать эти растения? Метельчатые гортензии в уходе совершенно несложные. Они прекрасно зимуют у нас в Новосибирске. Посадил и забыл, что называется. Единственное, есть крупнолистные гортензии, их, конечно, нужно укрывать. Но они тоже цветут и зимуют, ремонтантные сорта прекрасно. Косту кучерявую купила. У меня погибла такая же просто, поэтому очень хотела восстановить. И фуксию мне хозяюшка порезала на отросточки. Черенковать будем. По соседству развернулась выставка сортовых пеларгонии. Более 120 видов. Среди них новинки с величественными названиями. Вдохновение, королева Бирмы, Ева Рояльте. Великолепный запах. Хотим показать и городу, и области, и селянам показать, что они большие дела делают, причем делают их на хорошем уровне. У них появляются и новые культуры, и новые сорта, и они не уступают ни в чем горожанам. Из бюджета города Новосибирска мы субсидируем порядка 2 миллионов в год на компенсацию садоводческим товариществам за проведенные ими работы по укладке трубопроводов каких-то, воды, электрики, то есть вот такие на хознужды. Выставка объединила почти 10 районов Новосибирска и области. Участники поделились опытом, открыли для себя новые сорта. Огородников наградили за лучшие экспозиции.